короче, блин, хотел проехать через навоз и захреначил немку. Тебя жду 80-ку. Надо было косить вокруг картошки в бочке. Сейчас 80-ку жду, вытащит. Тут 10 метров, блядь. Просто зароще, чтобы бочку вытаскивать оттуда. Поливать. Морковку посадили. И вот так вот выглядит. Коробка. Тут температурный датчик. Его надо как-то вывести сюда. Да, он потом уже увидел, что там стоит вода, блядь, и сунулся. Дурак стал. В разные стороны, блядь, когда он вытаскивать будет. Жарко задрал полностью.
копать. Пониженная, включена, да. Он и будет копать. Переедь чуть туда, чтоб снова не попадало. И высшую передачу поставь, выше. Да, блядь, переедь так, говорю, он отцепляется, переезжает. Отцепляется, переезжает. Там, блядь, вывернуть трасс этого ремня хватает, блин, перецепляется, едет. Ну это вообще комедия, блин. Ну так же все и делают.
Такими трактористами, блядь, ебаный бабай. Приехал другой трактор, куновский наш. Блять, говорят ему по дороге давай. Клоуны. Так они гнилые, что их ставить-то? Нормально, и все. Это не от этого зависит. Это зависит от него. Трактор куновский тяжелый. И вытаскивает спокойно. А мы тут маленько смазку наладили. Через навоз решил проехать. Нет. Это болото, блядь. Это пиздец. Ну, видал, какая разница?